Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в городе Таганроге в Ростовской области. В 21 час 8 минут по Москве поступило сообщение о пожаре в квартире на 7 этаже в девятиэтажном жилом доме по улице Чехова, 322. В 21 час 42 минуты по Москве, полная ликвидация на площади 22 квадратных метра. Эвакуированы 70 человек, 12 спасены. Есть один пострадавший, он госпитализирован с отравлением продуктами горения. С огнем боролись 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.